В 1967 году популярный британский музыкант Кэт Стивенс, также известный как Юсуф Ислам, написал и исполнил песню "I Love My Dog". Это была прекрасная композиция о собаке, истинном и верном друге человека. Когда песня исполнилась 50 лет, певец обратился к всемирно известной организации ПЭТА, которая уже долгое время осуществляет борьбу за права животных. Он предложил использовать песню в их видеоролике. Это видео было создано с одной целью – помочь бездомным и брошенным животным обрести новую семью. В самом начале ролика мы видим молодого мужчину, который решил взять из приюта старого пса. Крепкая дружеская связь между животным и его новым хозяином установилась сразу же, и с каждым днем она все более укреплялась. Мужчина проводил много времени вместе со своим четверолапым другом, от уличных прогулок до совместных просмотров телевизора на диване но однажды, во время очередной прогулки, пес остановился и стал внимательно и грустно смотреть в глаза своему хозяину. Мужчина сразу понял, в чем дело, и отвез пса в ближайшую ветеринарную клинику. Вердикт врача был неутешителен, хозяину пришлось принимать непростое решение. И если вы отыскали настоящего друга среди брошенных уличных животных, дорожите каждой минутой этой прекрасной дружбы. Таков основной посыл этого видеоролика подарите свою любовь и заботу одному из обитателей приюта для бездомных животных, это обязательно изменит и вашу жизнь, и жизнь спасенного вами пса к лучшему, обязательно поделитесь с друзьями этой статьей и этим трогательным клипом, помните, что всего один клик способен кардинально изменить чувство.